пугает. Я тоже всегда с большим удовольствием делаюсь с сильными бойцами, и особенно с теми, у кого нет поражений. Я считаю, что Мартин это сильный боец. И вообще я и до турнира еще говорил, что восьмерка М1 челлендж в тяжелом весе, она очень сильная. То есть каждый боец может дойти до финала. А тут так получилось, что Мартин даже из резервного боя, да, пришел. Вот. Поэтому я считаю, что бой будет интересный, потому что сильный соперник.